Идем на поезд. Нам нужно попасть на пятую платформу. Вот она, пятая платформа. Один раз мы уже уехали, сели не в тот поезд один раз, когда первый раз поехали в Пусан. Что-то здесь мясом пахнет, жареным. А? Ты же говорила пятая. Вагон. А? Второй вагон. Здесь вот. Второй вагон. Садимся в поезд. Вот он, зомбопоезд. Видите, какой? Зомбопоезд. Что, куда? А? Сюда мне? Зомбопоезд в Пусан. Все, сели мы в этот поезд, короче. В Пусан. Поезд в Пусан. Поезд в Пусан. В общем, подписывайтесь на наш канал. Буду показывать свою семью. Буду показывать вам достопримечательности Южной Кореи. Сейчас мы находимся в Южной Корее. Сегодня 31 августа. Сегодня мы едем на море с семьей. Ну, в общем...
с семьей мы едем на море, на юг полуострова Корея. В общем, едем отдыхать. Ну и буду вам показывать, что там и какие там были у нас хорошие моменты из нашей семейной жизни. Подписывайтесь на наш канал. Надеюсь, вам будет интересно. Ставьте лайки. Всем привет, едем в поезд из Пусана. Поезд такой, это самый дешевый поезд, который есть в Южной Корее. Осталось нам ехать примерно 4 часа. Сам по себе поезд, он не комфортабельный. Как плацкартный вагон. Хочу отметить, да, что в Южной Корее нет поездов дальнего следования, поскольку страна очень маленькая. И в этих поездах нет просто необходимости. Скорее можно объехать за, наверное, 5-6 часов. Север, да? Самая граница севера Кореи. Приедем мы в Пусан. Дождь, вероятно, будет ливень. Сейчас просто сезон дождей в Корее. Сутки, в общем, потом по приезду сделаю обзор отеля, номера в отеле, который мы забронировали. Надеюсь, вам будет интересно, подписывайтесь на канал. Чувак с туалета вышел, пипец, там такой запах стоит. Дождь. Что он тут делал? Улетели. Я даже не хочу делать обзор после него. Хорошо, что я в маске. Хорошо, что я в маске.
дождик идет, дождик идет. Приедем, дождь. Хорошо, что дверь открылась. И запах с туалета улетучился. У меня батарейка садится, поэтому мне придется сейчас зажать нос и сделать обзор туалета вам. Ладно, пойду сделаю вам обзор, как бы не обрыгаться. Туалеты для зомби. Такие туалеты. Даже опасно за ручку браться. Ставлю двойку этому туалету из пяти. Ну, вероятно, вот по сравнению с российскими туалетами, да, с туалетами, в плацкартном вагоне. Это еще нормальный туалет. Здесь, правда, смотрите, какой еще. Видите? Женский и мужской. Ну тут, наверное, унитаз стоит. Унитаз стоит. Идет дождь. У меня еще батарейка садится. В общем, здесь два туалета. Женский и мужской. Ну, мужской, соответственно, справлять нужду тут. Короче, туалет. Туалет ничем не отличается от туалетов в плацкартном вагоне в России. Ну, может быть, ну, ничем не отличается такой вот туалет. Только здесь у нас раздельные. Отдельный для мужчин, то есть писсуар, и для женщин, а с мужчинами совмещенный. Мы еще приехали в Пусан. Дорога была пипец. Я не могу.
чё, как доехали? Нормально. Чё, погнали? Она проверяет, все ли там на месте. Все взяла? Да. Надо. Наконец-то приехали в этот Пусан. Наконец-то приехали в Пусан. У меня еще пуговицы на шортах отлетело. Когда я иду, штаны потихоньку спадают. Нитки, естественно, мы не взяли. Сейчас надо перекусить чем-нибудь и поехать дальше. Уже конкретно уже в гостиницу. Ехал я очень плохо, даже не спал. Минут 10, может быть, вздремнул за всю 5-часовую поездку. Вот такой здесь терминал, ЖД-терминал в городе Пусан. Большой такой терминал, кстати. А? А где Анга? Идите в туалет. Ходите. А. Можно пойти? На лавочку. Да, наша жратва, еда, то есть. Ну, мы ничего не ели.
Ничего не ели, вообще аппетита никакого не было. Вот это наше все. В поезде, короче, произошел такой инцидент. Я пошел в тамбур поставить телефон на заряд. Поставив телефон, я уже стоял минут, наверное, 20-30. И какой-то, короче, местный чувак в нетрезвом состоянии сел на мое место. А я это увидел из тамбура и подошел к нему. Я говорю, это мое место. Вызвал его туда пройти со мной. Он пошел со мной и спрашивает, что тебе? Я говорю, это мое место, уважаемый. Он говорит, ну и что, что твое? Если оно пустое, соответственно, оно ничейное. Я говорю, как оно ничейное? Я это место купил. И вот мы с ним стали перепираться. А от него несет перегаром. И в конечном итоге я ему говорю, а он видит, что я заряжаю телефон. То есть видит, что я не могу отойти от телефона. И все равно говорит, вот, что твое место занято, да? Поэтому я могу его занять. Я говорю, нет, ты не можешь его занять. Это мое место, и все. И таким образом, ну, мы где-то минут 5 с ним перепирались. И в конечном итоге мне пришлось снять с зарядки свой телефон и пройти, сесть на свое место. Вот такая вот в Южной Корее может быть произойти ситуация. Так что имейте это в виду. Ну, короче, зомбопоезд. Пусан. Что тут говорить? И вдобавок у меня еще пуговица отлетела, блядь, с шоком. Боюсь, что они у меня упадут. Какой? Зачем? Мама придет? Мама придет. Ну подожди, что будешь? Сейчас все бросим и пойдем, что ли? Подписывайтесь на канал, Аня. YouTube канал. Подписывайтесь на наш с вами с Аней YouTube канал. Ставьте лайки. Буду вам показывать нашу жизнь в Южной Корее. Народу очень много, очень много. Такое большое здание. Ну, конечно, аэропорт побольше, чем железнодорожный вокзал в Пусане.